Всем привет! Очередное видео. На этот раз дело пойдет о секвенсоре. Секвенсор для нашего модульного синтезатора. Схему я нашел в интернете. Нашел секвенсор. Схема так и называлась Baby Sequencer для модульного синтезатора, где есть выход CV, out. Я добавил еще один, типа сделал, чтобы было два. Секвенсор построен на микросхеме 4017 и регулятор скорости темпа на микросхеме 555. Нам весьма известная, самая популярная такая, наверное, микросхема везде присутствует. В общем, я собрал восьмиступенчатый секвенсор и поставил еще тумблеры для переключения, отключения секвенции. Можно было делать 4, там, 2 секвенции или 6, как вам удобно. Baby Sequencer, он там, это микросхема 4017, там можно 10 секвенций сделать, но я сделал на 8. Так удобнее и больше, я думаю, никто использовать, ну, как бы и нет смысла. Тут вывел скорость повторений, тумблер включения-выключения, 2 CV out, ну, control voltage out, и на каждой секвенцию по изменению звука, ну и плюс тумблера и светодиоды. В общем, получилось так, переменный резистор тут вышли на 470 кОм, обычные эти светодиоды, тумблеры. Так, вот это микросхема. И 555. Если вам видно. Перед светодиодом я поставил тумблер для выключения и включения этой секвенции. Плюс при выключении этого тумблера, или включении его, оно возвращает, сбрасывает секвенцию и идет туда уже по назначенному пути. В общем, схема несложная. Главное разобраться в правильности распиновки, где какой шаг идет секвенции, и все аккуратненько спаять. Я спаял таким образом, все аккуратненько тут закрепил проводочки, напаял и вот вывел 2 гнезда, чтобы можно было направлять еще куда-нибудь эту секвенцию, наш звук. То есть у нас есть как бы наш осциллятор, отсюда с секвенции мы ее включаем и подаем на наш осциллятор и выводим звук таким образом. Подпитал все плюс 12 и земля и вывел на наш шлейф. Все все прикрутил это на такую плату, композит. Такой секвенсор. Вышел он небольшой. Сейчас давайте подключим его и проверим звук. Итак, я прикрутил наш секвенсор, сделал 3 отверстия и прикрутил к нашим рейлам наш модульный синтезатор. Итак, у нас уже есть осциллятор и вот теперь секвенсор. Давайте его включим. Так, вот тумблер включения-выключения. Ну, как вы видите, пошла секвенция постоянно повторения. Ну, вот, скорость этого убыстрения и уменьшения. Берем проводочек и посылаем наш сигнал на наш осциллятор. Раз. Сделаем чуть медленнее. Подключим колонки. Сделаем 4 повторения секвенции. Yeah.
Включаем 8 секвенций. Ну, в общем, такой секвенсор, в общем, несложный. Сейчас я включу видео, я нашел, мне дали на тесты один модуль, и как он работал с этим секвенсором. Ну, всем спасибо за внимание. Будем продолжать снимать наши видео, делать дальше модули. Всем пока.